Первый солнечный весенний день автогонщики решили провести на лоне природы. И повод отличный. В Гавпасадском районе стартовал открытый чемпионат Ивановской области по мини-ралли-рейдам поля Иваново-Вознесенска. Второе название первенства – Чапаев-рейд, Гаврилово-Посадская карусель. Этот автопоединок, как правило, проходит в нашем регионе дважды в год – в зимний гоночный сезон и в летний. На этот раз погода выдалась, по признанию гонщиков, самое что ни на есть раллийная. Погода хорошая, и главное, что мороз, земля промерзшая. Вот, и если бы было тепло, то можно в поле утонуть, просто забуксовать. А сейчас как раз погода какая надо. На этот раз помериться лошадиными силами своих авто съехались около двух десятков гонщиков из Москвы и Подмосковья, а также из Владимира и Ярославля. Есть даже семейные подряды автомобилистов. Павел и его сын Святослав – начинающие гонщики. Приехали в Гавпасадский район не за призами, а скорее в поисках острых ощущений. Наше детство проходило в советское время, мы листали иностранные журналы, и поэтому это было захватывало уже тогда. И сейчас, когда возможность появилась себя реализовать, как бы, и, ну, и финансово, и все прочее, да, то есть, конечно, решил попробовать, как это в жизни. Пока глубоко не получается, потому что это требует такого очень серьезного отношения, не получается. Но потихоньку, как бы, вот и сына в этого вовлекаем. Ивановских участников почему-то немного, зато уйма зрителей и болельщиков. Для многих такой активный отдых лучший, даже несмотря на легкий морозец. Когда будет дан старт, уверены организаторы, зрители забудут о холоде. Было Гаврилово-Посадское поле, теперь Гаврилово-Посадское карусель. Я хотел бы, чтобы вот здесь, на этом поле, где паслись кони, да, завода, это вот, проскакали сегодня табуны коней, железные кони, чтобы у вас была радость в глазах. Вы видели, трасса отличная, да? Есть где соревноваться. Я хотел бы, чтобы вы победили не только соперников, но и победили себя. Перед началом гонки участники тянут жребий. Именно в таком порядке им придется стартовать. Протяженность заезда 2 часа. И первое место занимает тот, кто за эти 2 часа накатает как можно больше кругов. То есть наиболее большое количество километров проедет. И вот, наконец, старт. Первый круг. Гонщики осторожно как бы прощупывают почву, знакомятся с трассой. Если сейчас поторопиться, можно сойти с дистанции. Протяженность круга 5 километров. Трасса и скоростная, и техничная одновременно. Есть и прямики, и крутые повороты, и даже змейка. В общем, за 2 часа этот круг участникам придется пройти десятки раз. Победителем станет тот, кто не просто дойдет до финиша, равномерно распределив силы своей машины, но и сделает это первым. Призы скромные, но опытные гонщики утверждают, что возможность испытать себя на новой трассе – это лучшая награда. В конечном счете все они победители, ведь могут заниматься любимым делом. Если на обычных дорогах, да, нельзя нарушать правила, нельзя там быстро гонять, обгонять, то здесь в ралли-рейдах первое – это скоростное бездорожье, вот, а самое главное, что нету ни ГИБДД, никого. Ты едешь в свое удовольствие, чем быстрее, тем лучше. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.